В Бийске откроется еще один бассейн. Нет, строить новое спортивное сооружение в Наукограде не будут. Просто завершаются ремонтные работы в бассейне «Дельфин». И подрядчик уже находится на финишной прямой. Возможно, в конце месяца в «Дельфине» начнутся занятия. Напомним, год назад в Бийске закрыли плавательный бассейн «Дельфин». Во время тренировки произошло обрушение части потолочной конструкции. К счастью, никто не пострадал. После здесь начался ремонт. Изначально планировали заменить плиты, но было принято решение отремонтировать душевые и раздевалки. Кроме того, произведена гидроизоляция чаши с заменой керамической плитки. Подрядчик заменил сантехнику и мебель. Сейчас остается совсем немного. Завершить монтаж ограждения вышек, сделать новые сходы в воду. Добавим, что в процессе ремонта учитывались пожелания тренеров, спортсменов и горожан. Наши дети, они ждут, не дождутся, когда придут в родные стены, на родную воду и тренера, естественно. Ну и народ постоянно приходит, интересуется. Мы вот, кстати, нынче планируем в этом году на летний сезон не закрываться.